Какой-то, Йорик, ты худой и бледный. Что выглядишь, как тень от моего отца? Давай поговорим, кто больше бледный. Что наша жизнь — тюрьма? Днем хоть сходи с ума, а по ночам приходят тени в гости. Две стороны пути, вопросы. Куда пойти? Монетку, что ли, бросить? Лучше кости. Так быть или не быть? Да не с руки, да нет жены, нет предлога. Давай решать, старик. Мы ж все же мужики. Ты хоть не святой, а ближе к Богу. А тут дурацкая страна, а тут еще она. И надо объясниться популярно. Да как здесь быть? А может быть не быть? А может быть, но быть нерегулярно. Ты, Йорик, помолчи. Нельзя же сразу говорить и слушать. Тебя же не испугать, не грохнуть за долги и не повесить брат лапши на уши. А тут все так же бьют, и я до уши льют. Не так в прямом, как в переносном смысле. А я уже привык страдать за свой язык, поскольку он воспроизводит мысли. Все хахоньки тебе, безглазый оптимист. А я всю жизнь играю идиота. То шут-профессионал, то принц-авантюрист. Что общего? Работа есть работа. И лет через 500 какой-нибудь зиксот, пронзенный через штору по ошибке сквозь смертный крик, пусть позавидуют мне, моей смекалке и твоей улыбке.